был всегда в зале, конечно, потому что у меня там дедушки, бабушки, родители, брат, все акробаты. И я подошел к отцу, говорю, я хочу заниматься. Он говорит, хочешь, похудей. И все, и я потом взял сам, начал бегать, похудел, и все, и с тех пор стал тренироваться. И очень, ну, довольно быстро прошла карьера. Занимался я не очень долго, наверное, лет 10, но за это время успел выиграть чемпионат России несколько раз, чемпионат Европы. Школу спортивной акробатики основали родители здесь в 95-м, по-моему, году начали. Официально спортшколу уже оформили в 98-м году. Вот с тех пор уже официально наша спортшкола существует. И, соответственно, первым из нашей семьи здесь выступать хорошо начал брат мой Ривас, да, он уже чемпионом мира стал в 2002 году. А дальше уже я подключился. И потом мы открыли с ним свои школы. Соответственно, я в Одинцово, а брат в Звенигороде. Но мы оба обязательно продолжаем и здесь, потому что основная база сборной команды России находится здесь. Главное прокачки себе делать, чтобы ты привыкла отсюда ручки к себе. И все. Главное, чтобы ты нормально берешь, правильно. У тебя ноги хорошо работают, ты правильно ложишь. Наши спортсмены сильнейшие в мире, но пока мы это показать не можем. Но мы надеемся, что к концу года все-таки на чемпионат Европы нас вернут. Потому что у нас только в конце сентября соревнований. Но кроме этого, есть сейчас вызов легенд в Екатеринбурге. Там все дружественные страны будут и сильнейшие спортсмены России. И кроме этого, юношеские первенства России. В Волгограде будет в мае взрослый чемпионат России. Уровень этих соревнований ничуть не меньше, чем чемпионат Европы и чемпионат мира. Учитывая, что эта работа – наше любимое дело, не просто работа, конечно, ну, нам повезло, наверное, потому что мы занимаемся любимым делом. Мы даже не считаем, что мы ходим на работу.